Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, оставляйте мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня такая тема моего расклада. На Западе пошли аресты детей чиновников. И, насколько мне известно, арестовали Андрея Якунина. Андрей Якунин — это сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. Его арестовали 17 октября из-за того, что он с яхты архипелага Шпицберген запустил дрон. Также был арестован Артем Уса и его коллеги. Ему, значит, какую статью вменяют? Уклонение от санкций и отмывание денег в США. В общем, по большому счету, всю эту информацию о детях чиновников можно найти. Что я сейчас посмотрю? Первое, к чему приведут эти события для детей чиновников? И какая вообще подоплека вот этой всей охоты за детьми чиновников? Потому что все-таки что-то за этим скрывается. И я хочу посмотреть, что же там все-таки есть. К чему эта ситуация может привести, да? Работаю сегодня на колоде 78 дверей. Так мне захотелось. Если кому-то понадобится индивидуальная консультация, под данным видео будет находиться номер телефона, куда вы можете написать на Viber, либо же на WhatsApp. Консультация моя платная. Первое. К чему приведут эти события для детей чиновников? Какая подоплека есть в этих действиях, охота за детьми чиновников? Какая обратная сторона этой операции, можно так сказать? Так, ну и итог какой будет? Так, значит, смотрите, уже два старших аркана, император и дьявол. Что я здесь вижу? Первая карта у нас выпадает — король кубков. Во-первых, это идет консервативный, безусловно, подход к этой ситуации. Убрать с европейского западного рынка российских бизнесменов. И, то есть, отправить их, можно так сказать, на покой, да? По императору они показывают, кто в доме хозяин. Ну, Запад показывает, кто в доме хозяин. Крупные организации будут освобождаться от российских предпринимателей, бизнесменов. Здесь крутятся большие, огромные даже деньги. А вот знаете, они как пришли, так и ушли, в принципе, да? Как они пришли к детям чиновников, так они эти деньги и уходят. Дальше. Поиск все равно слабых точек, манипуляция, поиск мошеннических действий, поиск грязных денег и отмывание также денег. Это вообще крупная сеть, которая занялась этими людьми. И на этом они не остановятся. Нужно сейчас всем показать, что российским бизнесменам доверять нельзя. Ни чиновникам, ни руководителям, никому. А по дьяволу это грозит, но однозначно могу сказать, что речь может идти о заключении, то есть не просто под стражу, а тюремный арест и на долгие годы.
Вот так вот. Да. Давайте еще посмотрю по дьяволу, что же там еще будет. Так, что еще есть по дьяволу? Двойка кубков. Будут искать партнеров, которые, вы знаете, даже так могу сказать, здесь даже могут быть какие-то подставные партнеры, западные и европейские, которые будут просто, ну, сдавать российских бизнесменов. И это все равно идет охота за детьми, конкретно наказать детей. Дальше. Какая обратная сторона всей этой истории? Смотрите то, что я увидела. Очень интересная комбинация. Ну, во-первых, это же по королевье Пентакли. Это, безусловно, здесь замешаны ресурсы, денежные ресурсы, природные ресурсы, земля. Также недвижимость, которая куплена в Европе, на Западе. По всей видимости, все это захотят конфисковать, причем навсегда, и папажу кубков. Это слежка, это шпионаж, это вербовка, это внутри России вербовка, это собрать нужную информацию, это работа спецслужб западной разведки. Что-то будет предлагаться, тайное причем, тайные какие-то будут переговоры вести. Ситуация вообще спрятана. И вот на данный момент многие даже не понимают, а что такое, как так? И очень много впереди неожиданностей. Вот то, что я вижу. Нет, вся ситуация не видна. Так, мне нужно опять-таки сюда посмотреть, что еще есть в этой карте. Интересная комбинация. Так, что еще есть в этой карте? Ну, то, что есть креативный подход и предательство, однозначно. Слушайте, какая интересная комбинация. Одни мечевые карты идут, восьмерка мечей. Но то, что они сейчас хотят поставить зависимости, напугать чиновников, я могу так сказать, дети чиновников – это ахиллесова пята для России. Понимаете? Так, а что же они вообще, что по итогу-то? А по итогу страшный суд. Я сейчас хочу открыть эту карту. А по итогу это вообще нет больше обратной дороги. Нет больше обратной дороги. Все. То есть я могу однозначно сказать, что здесь доверие полностью подорвано Запада и Европы. Они не хотят ни в коем случае больше сотрудничать. Они вообще хотят освободиться от всех российских бизнесменов и, знаете, отправить на территорию России. Вот что они хотят. Так, давайте посмотрим. Не знаю, насколько это им удастся, конечно. Так, Паш Желзов, опять какая-то неожиданность, какой-то сюрприз. Объединение. Ага. Сюрприз. Все равно хотят закрыть границы свои для России. Карта мага. Вы знаете, что я здесь вижу, какую картину? Они хотят надавить сейчас на элиты российские и на чиновников российских, чтобы их руками убрать главу государства российского. Вот то, что я вижу. Убрать это слово, могу так сказать, убрать в лучшем случае отправить на пенсию, но в худшем случае вы сами понимаете, как убрать. Вот то, что они хотят. И причем это будет предлагаться. Российские чиновники, все, у кого находятся дети за рубежом,
и огромные их недвижимости, яхты, дворцы и замки в огромной-огромной опасности. Потому что их просто конфискуют, и все. И сейчас ведется охота на самом деле за детьми чиновников. И это ахиллесова пята. Это манипуляция, самая натуральная манипуляция. Да. И здесь не просто, это не на словах. Там действительно будут не просто аресты, там будут сажать в тюрьму. Причем, вы же понимаете, в США как сажают? На 20, на 30 лет. Если к данному раскладу у вас есть какая-то информация, напишите, пожалуйста. Берегите своих детей, берегите себя. Всего вам доброго.